Нет. Уважаемые юные банкиры, на мне одежда, боевая одежда пожарного. Я работаю в Сбербанке и занимаюсь вопросами пожарной безопасности по обеспечению безопасности работников банка и клиентов. Фамилия моя Злобин, зовут Олег Дмитриевич. Я начальник сектора пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды. Банк очень много уделяет внимания безопасности своих работников, а также безопасности своих клиентов. Что я хочу вам рассказать сегодня? Я хочу вам рассказать о пожарной безопасности в банке и немножко о пожарной безопасности в доме. Но прежде чем начать разговор, хотелось бы узнать, огонь у нас на земном шаре друг или огонь враг? Враг. Враг. Хорошо. Давайте так. В древние-древние времена, когда первобытный человек бегал у нас практически голиком, вот, ему было холодно. Когда от грозы загорелся лес, а потом лес стал затухать, практически весь сгорел, небольшой кусочек веточек и дровишек стало пристальным вниманием первобытного человека. Он подошел к огоньку, ему стало